Это Настя и Алена, студентки химического факультета Томского государственного университета. Они заметили, что сейчас на фармакологическом рынке нет универсального средства от ожогов, которое бы разом обезболивало, заживляло и защищало от бактерий. Поэтому девушки придумали специальные раневые повязки. В состав таких повязок мы решили внедрить необычное такое активное вещество, называется зонгарин. Зонгарин, он обладает различными фармацевтическим действием, в том числе ускоряет заживление кожи. Настя взялась за разработку материалов и исследование физико-химических свойств. Алена проводит тестирование полученных материалов на биосовместимость, реакцию организма человека на такие повязки. Вместе они написали бизнес-план, проанализировали конкурентов и начали искать средства, чтобы вывести свой продукт на рынок. В первую очередь подали заявку на конкурс студенческих стартапов от фонда содействия инновациям. А это возможность получить грант в 1 000 000 рублей. Это будет для нас большая возможность все-таки довести этот проект до конца. То есть в планах не только провести тесты, но и, собственно, провести исследования на мышах. Если мы дойдем до этого этапа, то я считаю, что это будет прям успех. Теперь Насте и Алене осталось дождаться результатов. Ты тоже можешь стать миллионером. Расскажи о своем стартапе на сайте конкурса.